Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, микрофона Мария Кожевникова. Новостройки в Кирове подорожали, а вторичное жилье, наоборот, упало в цене. Таковы данные Кировстата за последние три месяца. Средняя цена на первичном рынке в третьем квартале составила 38 210 рублей за квадратный метр. Это на 0,5% выше показателя за второй квартал. Средняя стоимость вторички 40 208 рублей, что на 0,7% или на 300 рублей ниже, чем во втором квартале. Средняя фактическая стоимость жилья за 9 месяцев оценивается в 33 210 рублей за квадратный метр, сообщается в еще одном отчете ведомства. Дайджест недвижимости. В регионе растет число детей-сирот, получивших жилье. Об этом сообщает областное министерство образования. Если в 2013 году его получили 342 человека, в 2016 – 559, то в 2017 году жилье приобретут для 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день новые квартиры получили 404 человека. На покупку жилых помещений в этом году предусмотрено 556 миллионов рублей. 59 миллионов из них выделены федеральным бюджетом и 497 областным. Выделенные в 2017 году средства позволят приобрести на 25% квартир больше, чем в предыдущем. При этом губернатор области Игорь Васильев поставил задачу перед муниципальными образованиями усилить контроль за качеством приобретаемого жилья. Дайджест недвижимости. Кировские педагоги уже три года не могут заехать в свои квартиры. Проблема в том, что дом на Пугачева 31 стал долгостроем. Его начали возводить еще в 2012 году. Тогда кировским педагогам было предложено купить там квартиры на льготных условиях. Часть стоимости квартиры для них компенсировали из городского бюджета. В итоге свои деньги в строительство вложили несколько десятков учителей. Сдать дом в эксплуатацию должны были в конце 2014 года, но застройщик компания «Союзстрой» на эту дату смог только заложить фундамент и сделать первый этаж. В 2015 году после жалобы дольщиков строительством заинтересовалась прокуратура. В отношении директора возбудили уголовное дело. 24 октября этого года компания все-таки получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района. Но в доме до сих пор нет отопления. Рабочие, которым поручена отделка квартир, говорят, что делать ремонт при минусовой температуре невозможно. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.